Привет, Олег. Мы тесно не общались раньше. В Крыму, наверное, это было бы нереально. Мы были очень разные. Сейчас многое изменилось. И когда ты вернешься, очень хотелось бы увидеться и поговорить глубоко. Мы все тебя ждем в театре, на съемочной площадке, в киевских кафешках и на набережных Большой реки и маленького нашего моря. Пиши, ждем. Галя Лишкаева.